азербайджанцев в данный момент стоит. Там еще один пи***ц-блогер. Я не знаю, кто этот сын. И он там появился. Какой он экозащитник, я не понимаю. Так соберитесь. В целом на Горном Карабахе там 100 тысяч как минимум. И 100 тысяч. Неужели 1%? Тысячи добровольцев нету, чтобы пешком приблизиться к этим экозащитникам. Берите торсы, берите барашек, берите голубей, ворон. И пешком прямо к ним. Вместе проводите вашу акцию.